Всех приветствую, друзья! Вы на канале Заработок Онлайн, и сегодня у нас на обзоре новый проект под названием Cats World. Вся информация о проекте, а также о других моих остальных проектах будет в моем телеграм-канале под названием Заработок Онлайн. Ссылочку на канал я оставлю в описании. Итак, переходим во вкладку Cats World. У нас будет вся необходимая информация о проекте, где вы можете детально ознакомиться с ней, почитать и решить для себя, стоит вам заходить в данный проект или нет. По проекту скажу так. Cats World – это инвестиционная игра наподобие Tamagotchi, где нам предстоит ухаживать за котом, и при этом мы будем зарабатывать USDT. Кота необходимо будет кормить, играть с ним в мяч, гладить, и при этом мы будем получать награду. Стартовал проект у нас 10 числа. На данный момент пока доступно приложение только на Android. На iPhone планирует выпустить в ближайшие дни. Итак, чтобы нам скачать приложение, нам необходимо перейти на сайт проекта. Ссылочка вот у нас на регистрацию. Переходим по ней. Нас перебрасывает на шикарный сайт. Здесь также будет дополнительная информация, если мы хотим ознакомиться с ней. Вот у нас будет ссылочка «Скачать игру на Android». Нажимаете «Скачать игру», у вас будет загрузка. После загрузки нажмете «Открывайте приложение». Приложение я уже скачал, сейчас вам буду показывать. Так, у нас ждет загрузка. Вот, перед нами появляется регистрация. У нас есть две кнопки вверху. Вход, если вы уже были зарегистрированы. И переключение языка, английский на русский. Соответственно, русский выставляем. Заполняете свой никнейм, электронный адрес и пароль. Также указываете промокод, пригласившего вас. Мой промокод я оставлю тоже в описании. Так будет Thomas39, мой промокод. Если хотите, будет подо мной, а также получать реферальный бонус. Да, кстати, чуть не забыл. Сейчас как раз действует акция для моей команды. Чтобы участвовать в этой акции, вам необходимо написать мне личное сообщение, где я вам более подробно вам дам всю информацию о скидке. Итак, друзья, после того, как мы прошли регистрацию, нас перебрасывает на данную страницу приложения. Открытое окно перед нами означает следующее. Вверху мы видим лапу, это заработанные монеты за выполненное задание. Корм необходим для того, чтобы покупать питомца. Внизу у нас первое окно, код с мешком биткоина, это пополнение кабинета. Давайте я вам продемонстрирую, как его пополнить. Вводите свой никнейм, с которым регистрировались, и сумму пополнения, ну пускай будет $100. Нажимаю пополнить. Нас перебрасывает на сайт Payr. Мы можем пополнить через Payr, либо через другую платформу, криптовалюту USDT. Нажимаем на USDT, вводим свой email. Нажимаем подтвердить. Вот, нам выдает адрес, на который необходимо перевести USDT. Переходим на Binance, либо другую платформу. Нажимаем кошелек, вывод, USDT, отправить через криптосеть, вставляем, сеть выбираем TRC20 и сумму пополнения ставим $101, так как у нас комиссия будет $1. Как мы видим, сумма пополнения будет 100 USDT. Все, отправляете вывод, после этого средства поступят в ваш кабинет. Далее рассмотрим. Следующее окно у нас. Это выплаты. Третье окно у нас техподдержка. Четвертое. Это вся необходимая информация. Сайт. Пятое.
Это наша личная информация, где мы можем отследить свой никнейм, промокод, настройки и реферальную программу, кто под нами зарегистрировался. Следующее у нас окно с выводом. Здесь мы можем ввести ту необходимую сумму и вывести ее. Так же самое выводить можно через USDT либо PR. Итак, давайте я вам продемонстрирую, как после того, как деньги поступили на ваш счет кошелька, вам необходимо купить кота. Нажимаем на котика белого. Тут у нас будут разные коты за разную сумму. Пока на данный момент только доступно два котика. Котик Барси за $120 и котик Ева за $500. Остальные котики пока недоступны. Хотите купить, к примеру, котика за $120, нажимаете на него «Купить», «Да», все, котик у вас появляется. После того, как купили котика, необходимо будет поиграть с ним. Первое задание, нажимаем на мышку, нам необходимо гладить котика. Выполняем вот такие вот действия. Гладим котика, и за это нам прилетает плюс $1. Выполняем следующее задание. Необходимо кидать мячик в корзину. В принципе, ничего сложного, если потренироваться, это очень быстро. И третье задание – покормить котика. Все. Сейчас нам... Вот оно. Так держать, все задания выполнены. Все задания на сегодня мы выполнены. Деньги поступили нам на счет. Все, данное действие необходимо делать один раз в день. Все, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Буду снимать для вас, продолжая дальше.